Кадетский корпус очень трудно развалить. Это не современное здание. Оно строилось на века. На совесть. Да, оно строилось на совесть, и завалить его очень сложно. Вы понимаете, я всегда сравниваю архитектуру города с, ну, с некой картиной. То есть ни у кого же не возникает, мысль даже не возникает, прийти в художественный музей и сказать, что мне эта картина не нравится, достать фломастер и что-то на ней дорисовать. Ну, я понимаю, но это уголовная ответственность. Но в данном случае с архитектурой поступают точно так же. Есть целостный ансамбль круглой площади. И начинают, кому как захочется, строить там, нарушая вообще полностью ансамбль. Я не знаю, вот полтавчане, возможно, кто-то обращал, кто-то не обращал внимания. Но когда построили первую высотку, сколько они там, семиэтажное здание, первое, за Соборности 40, первое здание. Когда вы заходите на круглую площадь со стороны базара, ну, по Черноволу, по нынешней, у вас огромное здание, и на ней маленький монумент славы. Нарушается пропорция, просто нарушается пропорция этой круглой площади.